Если по игре, то ребят предупреждали, что Челябинск может менять схемы как в перерыве, так и в процессе игры. Так, в принципе, оно и получилось. В первом тайме они вроде бы играли 4, там 2-3-1, но потом один там из защитников создавал численное преимущество в центральной зоне. Вот, и два наших опорных не всегда успевали перекрывать, поэтому во втором тайме уже поменяли одного нападающего на опорного и постарались перекрыть все эти зоны. В первом тайме достаточно неплохо, на самом деле, играли, создавали момент, только чуть-чуть не хватило где-то, наверное, опять же, реализации. Ну, а во втором тайме уже, я, как я и сказал, что больше, наверное, от обороны играли, учитывая, что мы сыграли схему 4-5-1, поэтому и опустились где-то низко. Уже ребята по счету играли. А тут отсюда от этого, наверное, и получалось, что Челябинск больше атаковал за счет, наверное, включения центральных защитников соперника. Плюс вышли высокорослые футболисты у них. И понятное дело, что будет много навесов со стороны Челябинска. Но ребята молодцы, справились со всем этим. Поэтому с победой их. Добрый вечер. Матюшенко Здрасте. наконец-то сегодня забил. Прибавит ли ему уверенность этот гол? Но мы все надеемся, что прибавит уверенности это ему. Второй матч подряд у нас выходят новички Муталиев и Раджабов. Оцените их игру, пожалуйста. Мы считаем, что хорошо вышли, создали много остроты и от черновой работы много проделали, и атакующих действий достаточно много было. Поэтому молодцы. Пускай продолжают также дальше и тренироваться, и играть. Играть в чемпионате через 2 дня на третий. Сегодня была достаточно напряженная игра. Хватит ли сил у игроков? Ну, сейчас, да, через 2 на 3, если игры, то больше, наверное, займет больше восстановления. Плюс будем думать по ротации, потому что у нас 2 равноценных состава, поэтому ближе к игре уже будем принимать решение, кто выйдет там в старте. Иван Андреевич, однозначно поздравляю вас с победой. Как вы, у вас у самого ощущения, снято проклятие домашней арены? Пойдут сейчас победы дома? То, что победили дома, да, это большой плюс и для нас, и для команды, и для болельщиков. Дальше посмотрим, снят проклятие, нет. Будем надеяться, что да. И еще тут маленькая такая деталька. То есть сегодня было видно, что ребята были не только заряжены, но и раскованы. Это вот как? Это просто из-за того, что игра кубковая. Может быть, в матчах чемпионата результат давляет очень сильно. Но кубковая игра тоже дает результат. Тут нет права на ошибку. Проиграл, вылетел, поэтому и игра с Новосибирском тоже была раскованная. Ну, потому что и по ходу игры это было видно, и я давал комментарии, и потом после того, как посмотрели, ну, когда там с Новосибирском, опять же, имеешь преимущество где-то, да, и не реализовываешь, плюс, наверное, когда две равные команды играют, ну, выигрывает, наверное, та, которая более уверена все-таки. Вот. Но не хочу сказать, что мы с Новосибирском плохо играли, опять же. Поэтому не и раскрепощенно последние игры, в принципе, так играем. Не скованно. Спасибо. Все, да? Все. Спасибо. Спасибо большое.